хотела выразить свой восторг и рассказать о своей покупке. Это не случайное приобретение. Я это кольцо увидела у питерской певицы, автора, поэтессы Анны. Я благодарна Георгию за саму идею. Идею того, что это кольцо собой представляет, потому что именно ради нее я была готова на любой камень, любой срок, потому что действительно потрясающая мысль изобразить в кольце сидящую одинокую фигурку человека на крыльце своего дома на берегу таинственного озера. Автор называет эту работу исцелением, и это действительно так, очень многие в восторге, и я думаю, что тот сакральный смысл, который он вкладывает, начиная с того, что под верхней частью нанесены определенные знаки, которые действительно как бы притягивают энергетику исцеления. По сути, взгляд на такую работу, конечно, не может не умиротворять. Я-то называю эту работу одиночеством, но для меня это светлое одиночество, как у поэта, светлая печаль. Для меня это сродни уединению. Знаете, вот как у японцев созерцание. Это форма встречи не одному, а с самим собой. Вот для меня вот это мгновение, которое мастер смог запечатлеть. Работа крупная, работа концептуальная, но при этом потрясающе сидит на пальце. Я ее не чувствую, она не кажется вычурной. Она абсолютно проработана вплоть до каких-то вот бревен, ската крыши, фигурки. Мне кажется, сама фигурка говорит о каком-то состоянии души. И в первую очередь я хотела сказать, если идея мною была абсолютно принята и была в восторге от этой идеи, то камень скорее я послушала и, скажем так, пошла навстречу по рекомендации мастера и настолько не пожалела, что вот если сам камень я ждала, то есть не камень, а кольцо, я точно знала, что я получу, то камень просто сразил наповал. Поэтому я рекомендую ребятам, кто сомневается или не знает, какой он хочет камень. Георгий умеет видеть потрясающе, как это будет выглядеть. Это настолько уникальное сочетание. Это, я не знаю, какое-то ведьмино озеро, в хорошем смысле этого слова, какие-то невероятные глубины. Я настолько признательна мастеру. Очень удобное кольцо. Абсолютно не мешает, вопреки тому, какое количество смысла самой истории включено. Это не кажется каким-то арт-объектом. Очень удобно носить, сидит великолепно, разомкнутая, очень технично выверенная, чуть-чуть поднятая над пальцем шимка. И вот это ощущение, что оно очень гармонично вписалось. Может быть, потому что оно мое, а может быть, это просто яркий пример мастерства, абсолютного мастерства. Я очень признательна. Вы уже переросли, наверное, Данилу мастера, вы художник. И замечательно, что человек может приобрести всего лишь кольцо, и вместе с ним и исцеление, и уединение, и встречу с собой. Спасибо огромное вам, творческих, огромных удач. И нам очень хотелось бы, чтобы вы вновь рожали интересные идеи, творили и делали этот мир прекраснее, а нас счастливыми. Спасибо огромное.